Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки – лишь яркая обертка истинного мастерства. Меня зовут Полина. Как избежать желания не ходить на какую-нибудь тренировку? А это тренировка каратэ кёкусинкай? Нет. Ну, то есть на каратэ кёкусинкай тебе нравится ходить? Да. Спрашивает меня Полинка, как избежать желания не ходить на какую-нибудь тренировку. На самом деле, Полинка, это очень простое решение. Ну, вот ты встречаешься с подружками со своими, вы пошли туда-сюда, поговорили, погуляли, все. И больше ничего. А тренировка – это та схема деятельности твоей, в которой ты можешь получить что-то новое, что-то интересное. И в первую очередь, если ты поверишь, что придя на тренировку, ты обретешь что-то интересное и новое, то у тебя пропадет желание не ходить на нее. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кёкусин.